Итак, сейчас я буду делать вторую стенку к нашей сумочке. Сделаю, покажу другим способом. Для этого нам понадобится 6 трубочек. Вот так согнем их пополам. Возьмем трубочку, наденем на нее другую трубочку, вот так, следующую трубочку за следующую, и так соединим все трубочки. Последнюю трубочку. Вот так. И просунем ее в первую. И будем постепенно, равномерно затягивать все трубочки вот в такой цветочек. Трубочки нужно будет хорошо увлажнить. И вот так постепенно, потихонечку соединим. Вот затянем в такое сплетение как можно туже. И начнем оплетать простой веревочкой из двух трубочек. Подклеим. Подклеим наши рабочие. Так, потуже стягиваю. Итак, я провязала 2 ряда, наращиваю трубочки, и сейчас я буду оплетать каждый стоячок по отдельности такой же простой веревочкой. Здесь можно использовать клей титан. Он держит крепче. И все, начнем оплетать каждый стоячок по отдельности. Так, проплели все стоячки по отдельности и будем плести несколько рядов дальше.
Вот такая вот серединка получается. Теперь нам нужно будет нарастить наши стычки. У меня вот тут есть обрезочки. Я на них покажу. Мы будем наращивать. Так, проделывая шило, туда вставлять. Так. И с другой стороны. Так, ставим во все наши стычки. Вот так вот. То можно это все еще дело проклеить. Или сначала обрезать, которые стычки короткие. Оплела один ряд, каждый стоячок. Теперь буду продолжать плести до нужной мне ширины.